Уральцы составят конкуренцию бурановским бабушкам и хору турецкого. В Екатеринбурге ищут таланты для нового телевизионного шоу. Его участниками станут хоровые коллективы со всей страны. Ось по лугу вода, ось по лугу вода, да разливается. Запевать, конечно, лучше хором, говорят организаторы проекта. Однако отбор каждый певец проходит еще индивидуально. Так лучше слышен уровень исполнителя. Жюри выберет из 300 свердловчан 25. Их ждет уже второй тур кастинга в Москве. Там ждут занятия с профессиональными преподавателями. Курировать команду свердловских хоровиков будет один из известных екатеринбургских музыкантов. Требования к претендентам, уверяют в жюри, вполне выполнимые. Это обязательно должен быть... хороший голос, человек должен уметь петь в хоре, так и сольные партии. Это какая-то достаточно яркая личность должна быть тоже.